Ой, жизнь хороша. Пойду за коктейльщиком сгоняю. Ага, хорошо. А вот и наши шезлонги. Давай. Точно это наши? Конечно. Ой. Что, отдохнем, Леночка? Отдохнем. Сейчас ты у меня отдохнешь, Леночка. Я таких приколов из Сёмов тебе за целый день придумал, что у тебя голова заболит. Что ты там говоришь? Да не, ничего, Леночка, говорю, вон, погодка хорошая, сейчас солнышко вылезет, супер, рай на земле. Ясно, ладно, пошла, я освежусь пока. Пока. Ну давай, иди искупайся. Зачет, ребята. Ну как раз мне это на руку. Смотрите, что ее ждет. Сейчас трусы наделает. Вот так. Фу, ребята, ну все, замаскировался отлично. Теперь осталось только дождаться Леночку. Все, ждем. Какая водичка замечательная, не поняла. А где-то Толик делся. Наверное, опять на бар за своими коктейлями пошел. Кто там? Мамочки! Блин, Толик! Ты дурак, честное слово! Как испугалась? Ты ненормальный, понятно? Штаны не наделала, нет? Не наделала, сейчас не наделала. Зачет? Дурачок какой-то, вообще сумасшедший. Ну теперь я пошел купаться, Леночка. Ненормальный, это точно. Леночка! Ау, Леночка! Ты что, уснула? Ребята, зачет. Сейчас устраиваем второй раунд. Сейчас у него будет песчаная буря. Леночка, это ж песчаная буря! Леночка! Буря песчаная! Ты что, вообще ненормальный, что ли? Это не я купаться, все! Ну, сумасшедший! А ты не боишься точно, что за себя потом, а? Блин, вот получишь у меня! Блин, только голову помыла, обратно вся в песке, придется душ идти мыть. Куда эта Леночка, интересно, пошла? Походу голову мыть. Фу, так у меня идея, зачет. Сейчас дальше постебаюсь над ней, пока она еще не отошла от предыдущего. Ну точно мыться идет. Ребята, у меня есть сильно пенящий шампунь. Сейчас мы ей устроим. Целая куча песка, блин, в голове. И вот это Толик. Из-за него придется... Теперь волосы мочить. Не поняла. Откуда мыльное? Откуда мыло? Блин, тут какая-то подстава. Придется в номер идти мыть. Класс, ребята! Вот это за счет она даже не поняла, что это я. Пошел, прослежу за ней. Блин, ребят, ну кто это все делает? Что за пакости? Ладно, на пляже, Толик, а там что это такое было? Ну кто видел? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Леночка, что ты надулась? Я сейчас с тобой разговаривать не хочу. Да ладно, хочешь, я тебе фокус покажу? Классный, реально. Не надо мне никакие твои фокусы. Ну пошли, с бассейном будет интересный фокус. Пошли. Ладно, идем. Леночка, смотри, короче, фокус вот какой. Ты становись, подержи, вот круг держишь, да? Угу.
Вот направляй меня, а я сейчас нырну в этот круг, хорошо? Что, прям сюда и в бассейн? Да, прям в бассейн. Ну давай. Давай вот, вот так вот, под, вот так чуть-чуть, вот так, да. Отлично. Вот, посмотри, какая вода. Ребята, ставьте лайк, смотрите, что сейчас будет. Ты ненормальный! Вот это ржать! Ладно, Леночка, с тобой никакие фокусы не интересны. Я пошел на пляж. Сумасшедший! Ты у меня за это ответишь! Ну тебя! Тулик! Тулик! Ты что, заснул, что ли? А, заснул, значит. Вот, пожалуй, мне это на руку. А тут, думаю, это издевается, стебется надо мной сегодня целый день. Вообще. А у меня тут есть коварный план против тебя. Блин, что ж с тобой такого сделать, а? Как жалко, что я свой желтый скотч забыла дома. А ничего, мы сейчас что-то придумаем. А, красавчик, спишь, да, значит? Солнышко насветило тебе в голову. Ребят, смотрите, что у меня есть. У меня есть скотч. Сейчас мы тебя примотаем к этому шезлонгу. Ну что, ребят, по-моему, ножки надежно примотаны. А подожди-ка, что мне только тебя к этому шезлонгу примотать? Сейчас мы сделаем кое-что невероятное и нереальное. Мы Толика прям с шезлонгом примотаем к пальме. А вот и пальма как раз такая, что надо. Так, сейчас мы его как-нибудь перетащим, прям на стояка. Так. Ой, блин, еле установила. Тяжелый же Толик. Все, больше не ездит. Тихо, тихо, тихо. Нам все включено. Чтобы мне было проще на тобой стебаться. Так, все. Сейчас окончательно привяжем. Примотаем скотчем, ребят. Такого еще никто не видел. Так, тащи вот сюда, чтобы не падать. Ребят, кому нравится идея, обязательно ставьте класс. А то подумаешь, скотчем к стулу, скотчем к кровати. Вот кто такое видел? С шезлонгом, скотчем к пальме. По-моему, это идейка, то, что надо. Мне нравится. Я сейчас еще зрителей соберу тут. На Толика позыркать. О, что, стоит? Не двигается. Сейчас еще мы ему рот заклеим. Для того, чтобы на помощь никого не мог позвать. Все, лежи, загорай, и я пошла отдыхать. Что такое? Я не понял, откуда скотч на море? Это что такое? Да, блин, ребята, тут вообще реально пошевелиться невозможно. Блин, это же стопудово, Леночка. Мы ж не брали скотч с собой. Откуда она его взяла? Ё-моё. Я реально тут выбраться не смогу. Люди, кто-нибудь, помогите. Блин, никого нету. Все как назло разбежались. Ладно, ладно, Леночка, хорошо. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ребята, а вы, если что, черканите, ну, на всякий случай, она это, по-любому, я уверен. Ладно, вы были на канале Crazy Life, подписывайтесь, ставьте лайки. Фу. Можно Леночке лайк поставить, да, идейка зачетная, она меня как-то перехитрила, фантазия у нее бурная.
Ну все, ладно, всем пока. Смотрите новые видосы, что я придумаю.